большой желудок. До сих пор мы вас можем ощущать вот так близко. Товарищи комсомольцы, дежурная по концерту, рядовая Катюша, разрешите начать. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Только песня может о родном доме напомнить, о любви. Для нас самый дорогой, самый великий праздник, чтобы вы были крепкие, сильные, учились, работали и берегли нашу Родину. Для выступления в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне и приветствия вашего соседа Эдуарда Ильича Хакарева, участника Великой Отечественной войны, сан инструктора военного шатера, готов! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высоких мест. Уважаемый Эдуард Ильич, мы бы хотели от лица 21-й школы поздравить вам, вас с Великим Днем Победы. Сказать спасибо за то, что дали нам возможность жить и мирное небо над головой. Этот букет вам. Спасибо. Концерт был потрясающий. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. День Победы, День Победы, День Победы.